Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, друзья мои, баку забираем. Здесь нам достается... Что тут у нас? Ага. Элементы, и здесь 10 тысяч. Так, это рейд у нас закончился. Ну что, забираем награды. Ребят, сегодня будем открывать новых для меня персонажей. Как обычно, серия именно по этому поводу и записывается. Так, ну здесь ничего интересного нам не выпало. Так, зайдем на почту. Дубликат Красной Звезды на Красного Халка. Да. Так, что у нас тут? Сезон войны. Это все понятно, понятно, понятно. В общем, здесь ничего, по наградам. Оу, Красный Халк, аж 40 карточек дали. Но все равно этого мало, ребят, чтобы его открыть, понятное дело. Так, налеты. О, хорошие налеты, кстати. Ну что, друзья, я думаю, наверное, мы сейчас с вами быстренько просимулируем, да? Сколько у меня? 65 энергии всего лишь. Блин, ребят, ну это... На самом деле 65 энергии — это очень мало. Ну что это? Вот сейчас вот уже 25, ребят, видите, забирает. Уже 25. На следующий поединок опять 25. Ну и по итогу все больше. А, хотя мы сейчас с тобой еще заберем ежедневки, ребята. Забыл про них совсем. За них я совсем забыл. Так, давай тогда мы сделаем... Так, в магазин забежим. Посмотрим, что у нас тут сферы. Ну давай смотреть, какие нам выпадут звезды и на кого. Угу, понятно, это у нас дубликат. Так, опять дубликат, это на шершне у нас выпадает. Дальше идет дубликат. Да. На Вонга. Что-то одни, ребята, дубликаты у нас идут пока. Так, вот здесь уже идет улучшение. Но красного черепа у меня нет, поэтому, ребят, беспонтово. О-о-о. И последняя карта, опять шершень. Ну все, ребят, грубо говоря, ничего путевого мне здесь не выпало. Давай посмотрим, что нам тут достанется. Тебя умоляю, ну... Игра, вот ты издеваешься, да, надо мной сейчас, я так понимаю. Вот чушь какую-то подкидывает постоянно. Давай множителя, наверное, ребята. Да, множителя приобретем. Сколько нам еще там надо будет? 10 карточек на него найти. Так, ну здесь, здесь пока, наверное, ничего не будем делать. Такс, ну давай заберем ежедневки наши. Все это забираем, забираем, забираем. Так, купить припасы, пошли за припасами. Так, вот это, наверное, приобретем. Вот этих маловато. Так, 8, подожди, 8 штук тоже возьмем. Вот этих вот. Этих вообще нету. Одна штука всего лишь. Ну, как-то так. В общем, припасы купили. Хорошо. Пройти испытание. Ну, давай, испытание, ребят, как обычно. На автобое проходятся у нас. Вот эти вот я пытался пройти. Вот эти. Пока, ребят, не по плечу. К сожалению. Как бы я там ни барахтался, что бы я там ни делал, меня там разносят, к сожалению. Так, ну что, здесь тоже забираем. Выполнить 10 миссий компании, сделать вклад. Сделаем вклад. Забираем тут. Замечательно. Так, дальше что у нас? Рейды. Иза. Ну, Иза самая простенькая, ребят. Собираем все, что не нужно и нужно. Так, 72, ну нет, 24 придется, наверное. Ну, вот так вот. Дальше у нас рейды идут и... Так, короче, давай посмотрим. Вот, ребята, три персонажа, которые сегодня будут у нас открываться. А я хочу... попробовать. А, шокер у меня уже все, ребят. Шокера я прокачал.
Ну что, Пустельга, давай на тебя, что ли, найдем. В конце-то концов. Будем тебя прокачивать. Соточка. Нам хорошие бойцы, как говорится, нужны, да, друзья? Так, а здесь вот этих не хватает элементов. Угу. Как раз две штуки, да, по-моему? Да, улучшение сделаем. И снаряжение у нас какого? Седьмой категории. Ну, на самом деле, это еще, ребята, слабо. Это слабо. 12 тысяч мощей всего лишь пока. Но она, по-моему, у нас... Она переместилась выше. Надо же, мы что-то можем у Марвел. Птица войны. Ладно, прокачаем. Так как это основной пока боец в моей команде, ребят, ну, придется ее прокачивать. Ну что ж, давай смотреть, ребята, Серси. А это герой космос, мистики, сдерживатели и вечные. Угу. Имеет только лишь две звезды. Трансмутация материи. То есть это получается у нас копирует один случайный положительный эффект, за исключением провокации, с основной цели на себя. Наносит основной цели 90% урона. Если среди союзников есть Икарис, превращает один случайный положительный эффект на основной цели в отрицательный. Получает помощь от случайного союзника Икариса. На арене или в темном измерении вместо этого копирует все положительные эффекты, за исключением провокации себя на цели. Слушай, какая-то крутая девчонка на самом деле. Так, а второе, это у нее накладывает оглушение на основную цель. Вот как. А вот, ребята, и сам Икарис. Герои космос, мистики, бластеры вечные. Вербуем. Так, у него три звезды. Космический взрыв и превосходный взрыв. То есть наносит основной цели 80% проникающего урона. Если среди союзников есть Серси, выполняет бонусную атаку, наносящую 60% проникающего урона. Накладывает скорую помощь на случайную союзную Серси. Если этот персонаж вынужден атаковать союзника, он наносит меньше урона персонажам вечным. То есть этот чувак очень хорошо комбинируется с Серси, я так понимаю. Наносит основной цели 100% урона и снимает защиту от смерти. Дает 5000% дополнительной концентрации для этой атаки. Наносит всем ближайшим целям 70% урона. Нифига себе, парень, превосходный взрыв. Да, надо подумать над этой командой. Ха, Серси и Икар. Ну и, ребята, Шури. Ну, тут, наверное, не надо представлять. 250 тысяч вербовка? Перчатки из вибраниума, то есть наносит основной цели и всем ближайшим целям 45% урона. С шансом 50% накладывает на основную цель блокировку лечения. Слушай, ну неплохо. Накладывает на персонажа и всех союзников усиление защиты. С шансом 50% дает один заряд готовности. Максимально можно 10 персонажу и всем союзным вакансам. Ну вот такая вот команда, ребята, у нас свежеиспеченная появилась. Можете написать в комментариях, что вы смотрите по поводу Икариса и Серси. Как они в тандеме, нормально будут работать или не очень? Мне кажется, что нормально, но это нужно, опять же, друзья мои, прокачивать их. То есть просто так они работать не будут, мне кажется. Что тут, армия белок? Наносит всем врагам 60% урона, этой атака нельзя промахнуться и на нее нельзя ответить контратакой. Нормально. Девочка с билочкой, да? Так, никакой пощады. Снимает с основной цели до двух положительных эффектов и наносит ей 60% урона. Также атакует до двух ближайших целей, нанося 40% урона и снимая до двух положительных эффектов. Неплохо, ребят, да? На самом деле. Снимает все с противников. Эх, Серси, Серси, знать бы. Вот нельзя, ребята, ее протестить где-нибудь, понимаете? Нету слишком, как сказать,
слабых противников, на которых можно было бы ее протестировать. Если я, например, беру команду слабых, мне почему-то дают, ну, по моему уровню, ребята, это судится как-то, я не знаю. А мне бы, например, очень хотелось бы проверить, как они вообще работают. И что у них там есть. Подожди, у нас там кто-то... Ага, новый ранг получает наемник-спецназовец. Ну, я их не прокачиваю, это у нас обычный. Хотя, несмотря на то, что это обычный, ребята, вот этот солдат у меня тоже из обычных кри прокачался практически, да. 70 тысяч мощей имеет. Практически как и у нашей Marvel. Так что, ребята, ну он вафел, на самом деле. Кроме провокации и стрельбы, у него больше ничего и нету. Так что обольщаться не стоит по поводу этого персонажа. Так, я хотел поискать гоблина. Ага, ну да, есть у нас энергия, давай. Две карточки всего лишь на гоблина мне достается. И тогда надо искать мне мистерию. Так, окей. Кого еще можно искать? Даже не знаю, ребят. Так, а у нас железный человек. Его тоже надо прокачивать. И железного человека надо прокачивать. И плюс ко всему зимнего солдата тоже. Его надо вообще, ребят, подтягивать. Потому что он отстающий у нас какой-то. Всего лишь 45 уровень. Всего лишь 45 уровень. Ну давай. Давай создадим. Так, что-то у нас тут. Аж прям две награды мы получили. Угу. Так, сферы. Понятно. Одна обычная красная у нас. А вторая — это золотые. Ну, это на деньги сфера. Мало. Один раз я всего лишь, ребята, миллион получил, когда разыгрывал эту сферу. Так, и все вроде бы здесь больше мы сделать... А, нет, у меня вот здесь есть. Так, ну что, я коплю, ребят, на Броуна этого. Хочу его открыть, и, в принципе, у меня будут тогда... А, нет, у меня же еще... Женщина-Халк. Да, я же ее тоже на нее коллекционирую. Коплю. Хочу ее открыть. Так. Ну что у нас там? Не выполнил я еще? Так, ладно, пошли в рейдах. Подеремся. Так, вступить. Вступить. Ну давай посмотрим, что у нас тут. Сейчас мы глянем. Ну, в принципе, можно потягаться. Все равно играем на симке, на симуляции. Так что ничего страшного. Всего лишь 5 ходов я могу сделать, потому что у меня энергии 50 очков всего лишь было. Так, я, наверное, пойду сюда. Я не успею, единственное, что я не успею, ребят, добежать до Ультимуса и размазать его физиономию. Это да. И не хватит. Не хватит буквально 3 хода, да? Раз, два, да, 3 хода. Раз, два, три. Или здесь раз, два, три. Плохо. Да, тут уже за эти идут. Так, ну что, здесь мы... Давай глянем тут. Вступаем. Энергии 50. Ну давай, Оу! О, нет, 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 друзья мои. Ты что? Да ну, какой там?
Да не, ребят, меня здесь размажут. Прям в первой схватке. Что-то я погорячился, если честно. Я у него хоть кого-нибудь там подбил, по-моему, вообще никого даже не тронул. Да они меня будут рвать. Нет, конечно, нет, ребят. Нет. Погорячился я, короче, сюда влезть. Ладно, ну главное, что мы рейды с тобой закончили. Так, ну что, теперь забираем здесь. Раз, два, три. Так, мне нужно сколько еще, ребята? 15. Какой 15-то? А, 15. Чтобы открыть железный человек-зомби, блин. Кого только не придумает. Вот он последний. Вот он, который предыдущий у нас. В принципе, я думаю, что можно успеть получить, друзья. Я не знаю, насколько он хорош. Вот это уже другой разговор. Если он крутой, то это круто. Если он хреновый, то это хреново. Коротко и ясно. Коротко и ясно. Да. Резня, тут все много элементов, да, что мы можем прокачаться, так сказать. Можешь прокачаться, о, вот это уже хорошо, ребята. Сверхзвуковой, да, я хочу прокачать ей. Еще? Нормально. Очень даже неплохо. Пустельга, да, на самом деле крутая, мне понравилась. Мы ее тестили с тобой в поединках тогда, смотрели, на что она способна. Да, она способна на многое. Этих еще надо отстающих как-то немножко подтягивать. Ну давай, давай, все. Шури, категория одежды 2. Ну, в принципе, друзья, наверное, и все. А, налеты, налеты. Да, я же... Вот, у меня же... Эти совсем забыл. Поехали. Мы же с тобой забрали энергию. Так, награда. Ну, на самом деле, мне кажется, что лучше все-таки вот здесь, ребят. Так, подожди, или вот здесь? Не, вот здесь. Ну почему здесь сразу полтинник-то отнимает? Там началось с 25. Может быть, у них одинаково, что там, что здесь идет? Или как тут вообще это все рассчитывается? Я без понятия, ребят, если честно. Ну что, пойдем еще посмотрим, может, какие-то нам осколки выпадут. Нормальные, путевые. Да что ж ты будешь делать? Ну что это, но... Рассчитываешь на одно, а получаешь совсем, совсем, ребят, другое. И сразу Серси начал выпадать по 15 карточек. Блин, когда там одна карточка оставалась, я фиг знает, ребят, сколько времени ждал, чтобы она мне выпала. Дубликат, как всегда. И три обычные сферы. Я их сразу открою. 5, 2 и 1. Да. Не камильфо, если честно, друзья. Вообще не камильфо. Дедлок. Дедлок, конечно, надо бы открыть. Ну, я вот смотрел, ребята, как он махается. Ну, не очень он крутой, конечно, перс, как по мне. Что-то барахтается, барахтается непонятно. Так, ну что здесь у нас? Темный зверь, мерзость, космо. Ну, давай. Авансом, так сказать, ребят, да? Заберем. Сколько ты мне дашь? 3 звезды?
4 даже. Это хватит, значит, тогда еще и на темного зверя. Они хоть не открыты, ребят, но сразу получают уже одну звезду автоматом. Ну что, все, друзья мои, сегодня компании не будет, потому что... Ну, потому что я и не пройду ее, это во-первых. Я вот так вот глянул на вот эти вот мощи. И сколько их в составе. Прямо ж не знаю. Но награды, конечно, там вкусные. Тор там, смотрю, выдается. И Колос. Тор и Колос. А на злых кто, интересно? Хелла. И Человек-лед. Ну, тут, конечно, тоже, ребят. Тут, во-первых, смотри. Хотя вот здесь, вот здесь, можно попробовать. Ну, а как, какую команду дают? Блин. Ну, ладно, давай посмотрим. Фьюри вместе со своими союзниками отправился на Халлоу. Силовое поле Ричардса скрыло Землю от мультивселенной. Эта война ослабила удары их оскверненных врагов. Время пришло, Дум заберет Нексус из рук недостойных и сделает так, чтобы вторжение не повторилось. Отправить войска. Я воля, гердоктор. Нанесем удар по удару? Поняли, да? Их же название против них. Мир почти в наших руках, будь добра, прояви уважение. Ну да, 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 да. Такой командой, пожалуй, да. Это бесполезно, ребят. Меня сейчас тут разнесут в пух и прах. Если бы была бы моя основная команда, тогда да. А этой даже думать нечего. Отличный отряд удара напал на оскверненную крепость в Транзии. Нужно избавиться от них. Отключите связь, тогда оскверненный закончит начатое. Дум все сказал. Вот Дум все сказал, и сейчас тут, ребят, начнется разнос полетов. Да. Да фиг ли твое это усиление атаки и тому подобное. Ты посмотри, сколько у стервятника осталось хп. Все, нет больше стервятника. Они задолбали контратаковать-то уже, а? Все, сейчас это, да, уже вырубили. Единственное, кто здесь выстоит, это вот, наверное, ребята, Кроссбоунс. Да и то, он против всех не вытянет. Ты что, уклонилась, а, зараза, ты посмотри. Да ядрен матрен, на! Че он делает, я не пойму. Пулю в лоб и все, ребят. Да нет, конечно, Кроссбоунс, он один здесь не справится, ребят. Если бы у меня было бы здесь несколько бы персонажей, таких вот, хорошо прокачанных, как Кроссик, тогда да. Кстати, надо задуматься. Здесь у нас кто? Здесь у нас стервятник. Ну да, здесь зловещая шестерка практически, ребята. Половина ее присутствует. То есть Мистерио, стервятник и Шокер. Но 26-25 тысяч, конечно, это для них маловато. Если там противники 35 тысяч имеют, то это вообще ни о чем. Ну да ладно. Друзья, давайте заберем награды и будем на этом сегодня закругляться. Так, здесь что у нас? И тут. А почему три события, не понял я?
Ну, это я завершил. Может быть, да нет, почему, подожди, почему три события-то? Очень интересно. Наверное, что-то... Тут понятно, что нам осталось немножечко, но... Ой, ё-моё, 67, 60 тысяч. А мы остановились вот здесь, да? Нет, это мы прошли. Нам вот это вот как раз нужно. Ну, тут, конечно, жесть, ребят. Это жесть. Да. Ну что, ребят, наверное, будем все сматывать удочки. Эти награды меня не отпустят никак. Это посмотри. Говорю уже все. Нет, они мне все подсовывают, подсовывают и подсовывают. Давай здесь заберем. И вот тут. Угу. Подожди, по-моему, сейчас красавчик, ребята, у нас откроется, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь? Там же оставалось, по-моему, немножко у нас для открытия. Блин, 8 еще надо. Еще, ребята, 8. Здесь нужна 1, здесь нужно 4, здесь 8 и здесь 8. И на множителе еще 10. Все где-то около, ребята, открытия. Но, как всегда, карточки будут давать после того, как ты их сам откроешь. Потом будут давать карточки на них. А сейчас пока, как говорится, не светит нам ничего из этого. Блин, надо было сразу 3 улучшения ставить. Че по одному-то улучшаем? Категория 3. Стихийный удар. Снимает один отрицательный эффект с этого персонажа и со всех союзников. На арене или в темном измерении вместо этого превращает один отрицательный эффект в положительный для этого персонажа и всех союзников. То есть она, грубо говоря, ребята, бафер, дебафер. Время 7 часов, а я еще, ребят, даже в черепашки-ниндзя сегодня не зашел. А сегодня должен был быть буст. Ну, уже понимаешь, да? 7, ну почти 7 часов, половина седьмого. А у нас откат происходит во сколько по времени? В 3. То есть 3,5 часа уже прозевакал. Но я потому что проспал, ребят. Вчера вечером немножечко погулял. И весь день сегодня... Точнее, ну да, весь день сегодня просто проспал. Как сурок. И под вечер только встал. Ну все, друзья мои, теперь уже точно будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.